Ситуация с паводками в Казахстане была рассмотрена вне повестки на заседании правительства под председательством главы Кабмина Олжаса Бектенова. Как доложил вице-премьер Канат Бозумбаев, в настоящее время паводковая ситуация в стране в целом стабилизируется. Однако в 8 регионах продолжает действовать режим ЧС местного масштаба. Два населенных пункта в Актюбинской области все еще находятся без транспортного сообщения. Их жители обеспечены продуктами питания и медикаментами. Как заявил премьер-министр, на данный момент основная задача – максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни. Помимо этого, на заседании правительства были рассмотрены темы развития туризма и противопожарной безопасности. Премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил обеспечить завершение инфраструктурных проектов в зонах отдыха. Также он отметил, что одним из стимулов развития туризма может послужить использование малой гражданской авиации. Для этого Министерству транспорта необходимо пересмотреть ее инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопасности, а также изучить опыт как соседних государств, так и стран дальнего зарубежья. Глава государства поручил осуществить комплексное развитие инфраструктуры и значительно повысить уровень обслуживания. Эти задачи считаются ключевыми для стимулирования туристической отрасли. Отсутствие конкуренции на рынке приводит к увеличению цен на услуги и снижению качества обслуживания. Такие условия негативно влияют на туристический имидж страны. Также премьер-министр поручил ответственным ведомствам подготовить источники воды и пожарные пруды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами, так как, согласно прогнозу Казгидромета, в этом году ожидается жаркое и засушливое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Напомню, в текущем году уже зарегистрировано порядка 30 лесных пожаров.